Всем привет! Я тут увидел один рецепт макароны с помидорами и с клубникой, и пока растет клубника, я решил его попробовать. Итак, поехали! Для начала берем помидорку, немножко разрезаем и в блендер закидываем. Две штуки нам хватит. Так, взбиваем. Сразу сюда добавим еще к помидорке мяту. Нарезаем чесночок. И добавляем к помидоркам. Получившуюся массу выливаем в ковшик и чуть-чуть прогреваем. А пока у нас помидорки стоят на огне, нарежем клубники. Нарезали клубнику, дальше нарезаем базилик, пару листиков. Помидорки у нас закипели, добавляем чуть-чуть приправки универсальной, клубнику и базилик. И все перемешиваем. Итак, наша паста готова. Осталось пробовать. Очень интересный вкус. Сладкий, соленый. Помидоры очень сочетаются с базиликом. А клубника дает чуть-чуть сладость. Очень вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!